Ну и хотим мы представить вам невероятно яркое предложение. Платье Берта. Выбор Светланы Воронцовой. 2299 рублей. Многие женщины уже по достоинству оценили изделия и, конечно же, творческие наряды Ирины Кулаковой. Наш российский дизайнер всегда отличается богатством колористики. И сегодня на ваш выбор мы предлагаем 8 расцветок на ваш выбор. Я выбрала оттенок сливы. Невероятный, так, сочный, по-весеннему яркий красный. Этот цвет, как мне сказали мои коллеги, очень хорошо подходит моим глазам. Ну, я была уверена практически, Свет, что ты выберешь именно сиреневый. Тут уже все знают твои предпочтения. Но платье необычное не только за счет цвета. Здесь много секретов, о которых мы с вами поговорим. Первый секрет – это цена. Цена только сегодня. Это наше спецпредложение. А теперь давайте выберем ваш цвет. Вторая расцветка – это серо-голубой. Невероятно красивый, очень нежный. Ярко-желтый цвет пользуется огромной популярностью. Сегодня среди женщин, кому не хватает немножко капли радости и позитива. Синий цвет, причем такой очень оптимистический, яркий, насыщенный. Ну, а для любительниц драгоценных камней следующий цвет. Следующий зеленый, изумрудный цвет. Это мой выбор, оттенок сливы. Красный цвет сегодня по праву считается фаворитом, поэтому вы видите его во многих коллекциях известных дизайнеров. Бежевый цвет тоже очень красивый, тенденции с ноткой сиреневого. И, конечно же, у нас есть темно-синий цвет, замена черного, если вы предпочитаете темные оттенки. Делайте свой выбор прямо сейчас, покупайте уже в утреннем шоу, вы будете первая, кто получит свою максимальную скидку в 1300 рублей. Чем Надя, еще хорошо это платье? Давайте посмотрим на подиум. Давайте. Нас ждет очаровательная Ольга. Это еще раз доказывает, что платье бренда LaVire, правильный выбор материала, правильный крой, помогают женщинам любого типа фигуры, любого возраста выглядеть стройными, подтянутыми. Конечно же, я всегда, Надюша, говорю, что платье двойки очень любят женщины. Так же и я, когда я смотрю на себя и на Ольгу в зеркале, мне кажется, что это готовый костюм. Юбка прямого кроя, юбка миди и блуза свободная, со стильными патами. Да, красиво, когда блуза в цвет юбки, но это платье, да, на секундочку, кто только что к нам подключился. Но вот однотонность, да, монохромность делает нашу модель выше, делает ее более стройной. Однозначно, я всегда говорила, что секрет вашей стройности и чуть-чуть прибавить себе несколько сантиметров, нужно взять одежду одного цвета или монохромную. Давайте посмотрим на ткань. Мы всегда говорим о том, что бренд LaVire Ирина Кулакова выбирает ткани вискозно, высочайшее качество вискозы с эластаном. Ты знаешь, Надя, эластан добавляет ткани не только эластичности. Благодаря эластану ткань очень красиво драпируется, и мы видим это с вами. И еще такая ткань очень долго живет. Да, и это приятно. Скажи, а вот хорошо, ткань живет, она износостойкая, а цвет? Цвет не вымоется? Нет, и цвет тоже не потеряет своей яркости. Если смотреть на детали платья, то вот она, эластичная лента, которая соединяет свободный блузон и юбку. Юбка и блуза выполнены также в свободном крое, и мне очень нравится, что они закрывают секреты моей фигуры. Я хочу сейчас показать вам, что это платье на самом деле моделируется. Вы можете его опустить, вот как наше платье, оно будет платье Макси. Вы можете его приподнять, как это делаю я. Я не случайно приподняла платье и оставила немножко свободы в зоне животика. Это секрет используют женщины, у кого есть проблемные зоны, и вы хотите их скрыть. Свет, мне так нравится, как ты рассказываешь вот о таких милых вещах, зона животика, да, мы все же не идеальны. Мы хотим, чтобы наши телезрительницы выглядели лучше, эффектнее, чтобы они выглядели стройнее сразу за минутку. И поверьте, с этим отлично справляется правильно подобранная одежда, такая как платье Берта. 2299 рублей. Ну, посмотрите, на любой фигуре идеальная посадка. Совершенно верно. Если у вас двойный тип фигуры, как у нашей Татьяны, кстати, рост Тани 1,70 м, и посмотрите, длина платья, она становится гораздо длиннее. Итак, у Тани верх 50, бедра 52. Советую всегда вам выбирать наряды в пользу большего размера. А вообще, бренд LaVire всегда конструкторы рекомендуют дамам с нестандартным типом фигуры выбирать на размер больше. Любите свободное платье плюс один размер. Если вы хотите, как Ольга и я, подчеркнуть свою фигуру, вы можете выбрать размер в размер. Света, у меня к тебе вопрос. Поскольку платье с коротким рукавом, можно ли его носить прямо сейчас? Или конечно, нужно ждать потепления? Нужно, Наденька, потому что здесь мы видим спущенную линию плеча, и вы, как видите, это все-таки имитация укороченного рукава. Сейчас уже наступает весна. Плотная упругая вискоза, она смотрится всегда очень достойно. Из нее отшивают вечер
вечерние наряды. Я советую вам уже сегодня заказать для себя это платье, и пусть ваша весна начнется с яркости 8 расцветок на выбор. 8 расцветок. Это сиреневый, как и на Светлане. Это красивый фиалковый оттенок, следующий цвет. Далее яркий желтый. Скоро масленица, друзья. Давайте возрадуемся этому празднику. Ну и васильковый очень популярен среди женщин. Изумрудный, зеленый. Оттенок слива мой выбор. Красный самый популярный. Далее очень правильный бежевый цвет с нотками сиреневого. Вот такой красивый и необычный. Ну и, конечно же, темно-синяя расцветка. Встречайте вместо черной. Я еще обратила внимание, что Ирина Кулакова украшает зону рукавом декоративными патами. Очень красивое оформление делает платье необычным, с изюминкой. Приобретайте вещи, которые будут выделять и вас. Как стилист Надюша могу дополнить. Такое платье можно носить уже сейчас. Если вы хотите дополнить его пиджаком, то лучше это сделать, чтобы пиджак доходил до бедра. Используя длину макси и миди, не утяжеляйте свой вид длинными пиджаками или кардиганами. Лучше с этим платьем носить укороченные изделия. А у меня вопрос, поскольку мы сверху надеваем жакет или кардиган, или пиджак, вот зона подмышек, не будет ли здесь все сбориться? Не будет ли это неудобно? Нет. Какая здесь у нас смотри, пройма? У нас очень мягкая ткань. Я хочу показать, что несмотря на то, что рукав у нас идет цельнокройный, стиль кимоно, пережимать ничего не будет, потому что зона проймы в данном случае очень податлива, подстраивается под любые ваши секреты. А вообще для меня такая зона рукава, ох, какая красота, очень эластичная ткань. И я заметила, что Ирина Кулакова использует не только эластичные материалы, но еще и нить. Ну и отлично, для вас проверено экспертом. Это брендовая одежда. Если вы раньше думали, что бренды это слишком дорого, мы развеем ваши опасения. Посмотрите на цену. За платье Макси, за имитацию полноценного костюма, как блуза и юбка, вы платите менее 2500 рублей. Я считаю, что это по нашим сегодняшним меркам очень доступно. Ну и ваша скидка 1300. Звоните прямо сейчас в течение нашего утреннего шоу. Уже сейчас у нас проснулись операторы и ждут вашего звонка. Набирайте номер. Очень красиво драпируется ткань. Она очень мягкая. Это видно сейчас на экране. Посмотрите, ткань не деформируется. И мне нравится, что если сравнивать сейчас вискозные материалы, они как водопад струятся и будут доставлять вам самые комфортные ощущения. Комфортное и красивое платье. Никаких компромиссов. Берта.